Нарядные платья, белые рубашки. Конференц-зал администрации больше привычен для заседания чиновников, но во вторник он был в полном распоряжении детей и их родителей. 14 семей из Сергиева Посада и поселений района пришли в администрацию, чтобы получить свидетельство на социальную выплату на приобретение жилья по программе «Жилище». Федеральная программа «Жилище» по программе Московской области, губернатора Юрия Воробьева, обеспечение молодых семей, улучшение жилищных условий. Мы вообще, честно говоря, на мой взгляд, неплохую работу провели. Ирина и Николай Гаврильченко живут в Ремаше в однокомнатной квартире вместе с родителями. Семья второй раз подает документы на участие в программе и только сейчас смогла войти в нее. Мы подходили по этой программе, пришлось собрать определенные документы для того, чтобы принять участие. После происходило рассмотрение кандидатов, одобрили нашу семью. В Сергиево-Посадском районе можно выбирать любое жилье, ну, по определенным критериям, опять же. Поэтому будем подбирать, которое нам подходит более. С 2008 года в районе 175 молодых семей улучшили жилищные условия по программе обеспечения жильем. Для участия необходимо полностью соблюсти ряд условий и собрать документы. Условия программы – это возраст супругов не более 35 лет, условия проживания на территории Московской области не менее 5 лет и возможность подтверждения достаточных доходов, потому что та выплата, которая на сегодняшний день содержит тот объем, да, денежных средств, который содержит в себе свидетельство, это, как правило, 35% от расчетной стоимости квартиры. Оставшиеся денежные средства семья должна подтвердить. В этом году из бюджетов разного уровня на программу обеспечения жильем молодых семей в районе выделено более 18 миллионов рублей. Реализовать сертификат, а он на миллион с лишним, молодые семьи должны в течение года. Ирина Белякова, Антон Коврижных, программа «События».